Вот так вот белорусский лифт нас встречает. Еще подарили такие замечательные цветочки. Первый этаж. Спасибо. Спасибо, это наши, да. Погода здесь такая же, как в Москве, только очень сильный туман еще. Плюс один, минус один, да, где-то у вас? Со вчерашнего дня туман. Ага, ну вот в Москве так же. Да? Ой, села. Спасибо. Вот какие цветочки красивые. Сейчас будет операция. Да. Ты будешь расчленять вот этот бургер. Не буду. Но попробуем. Перчатки такие, конечно. Перчатки медицинские. Привет. Ну как? Начинка мне нравится. Но булочка сухая. Ну вот и... ты ее как раз там все жмакал и решал, есть ее или нет. Есть ее. Мы уберем верхнюю часть булочки. Это ты рассказываешь, что делать, если неудачная булка сверху. Булка неудачная. Убираем. Остаются огурцы. Прикрываем это срань. Как это называется, я не помню. Пишите в комментариях, как это называется. А мы с Владой заказали, как вы думаете, что? Драники! Та-дам! Здоровая еда. Ну как же мы не закажем драники в Беларуси? Просто посмотрите на эту красоту. С чем у тебя, Влада, драники? С свининой. О, самое жирное, что может быть. А у меня с икрой. Ну, будем пробовать, да? Приятного. Вот теперь я могу показывать вам лицо, поскольку до этого был страх и ужас в Лас-Вегасе. Мы сейчас поедем на съемку новогодней передачи. Там мы несколько песен поем, потом какое-то интервью. Потом куда-то мы переезжаем. И потом еще какое-то интервью. И потом прямой эфир. Мы пришли на первое место выступления. Ого, вот это свет, я понимаю. Просто та-дам! Это круто. Зато как красиво смотрится лицо сразу. Я, кстати, хотела сказать, что у нас девочки Влада и Настя первый раз в Беларуси. Вот. Я много раз была в Беларуси, в разных городах. Очень красивая природа, и в каком бы я городе ни была, всегда очень чисто. Дороги чистые. В целом, даже когда вот мы заходили, просто гуляли, улочки маленькие, все идеально. Я всегда в интервью говорила. Первое впечатление. У вас так чисто, так все аккуратно. Ну вот если бы вы, девочки, были летом, вы бы тоже оценили. Ну так как сейчас зима, там не очень понятно. Каждый день в году, и когда синоптики обещают мокрый снегопад и косые дожди, ты меня дождись, ведь я скучаю. Любишь меня каждый день в году, и когда синоптики обещают мокрый снегопад и косые дожди, ты меня дождись. Записали новогоднюю программу. На этой сцене две песни, синоптики и новогоднюю. И отчекали три песни на прямой эфир, который будет вечером. О, кстати, тут, наверное, все участники тусуют. Как это все выглядит? Здрасте. Волнуются, смотрят на экран, как выступают коллеги. Там дальше ребенок, они волнуются, переодеваются. Это они уже все вот тут балеты? Нет, это балет, да, это балет. Хоть это и съемка, но я живем ради того, чтобы участники не чувствовали себя одинокими. Что они одни тут вот это вот нервничают и поют. Вот что значит сцена и
когда я начинаю петь и выступать, меня это лечит просто реально. Я себя чувствую великолепно сейчас. Особенно мне понравилось «Желтое такси» петь, когда эти экраны огромные, видеоряд, так же и у нас будет сегодня. Просто этих экранов много везде, и на полу тоже это все отражается. И, кстати, новогоднюю так сложно петь живьем. Она по вокальной схеме вообще, ну, по вокальной мелодике реально тяжелая. Там и внизу куплеты, и потом наверху припевы там с мелизмами. Поэтому я два дубля. Мы сейчас приехали на телеканал Беларусь ТВ. Программа называется «Скажи, не молчи, что любишь меня». Глаза закрываю, и будто бы легче, опять вспоминаю последние встречи. Скажи, не молчи. Пишите в комментариях, чья песня. Помните? Я-то помню. Сейчас я быстренько чаёк вот попью и какую-нибудь плюшку съем. Я еле ползу уже вообще. Я очень голодная, ничего уже не соображаю совершенно. Но я как-то вот сейчас поем, я надеюсь, встрепенусь. Мы опять вернулись. Это ДК, да? Нет, это Беларусь фильм. Как наш Мосфильм, так и Беларусь. Беларусь фильм. Будем сейчас кушать и посмотрим. Либо я буду храпеть на всю гримерку, либо съездим все-таки в гостиницу. Хотя, мне кажется, нет смысла в гостинице. А никто не видит, не снимаю всякого рандомного контента. Рандомный контент? Что тут у нас? Курятина, огурчики, орешки, это сливки, кофе, соки, боржоми, мандариновые корки. Я спать. Спят усталые игрушки, книжки спят. Татьяна, где мои стаканчики? Стаканы-чики. Я хотела сказать стаканы. Это уже немножко армяне. А за тобою арара, Армения моя. И по ночам не снится вся красота, что да не станет. Хорошо поешь. Душевно. Это да, если коньячку лезгинки принесут. Татьяна! Который раз мы гримируемся? Там мы не гримируемся, мы постоянно добавляем к тому слою, который уже был. Это уже, наверное, я не знаю, слой пятый или шестой. Представляете, что с кожей происходит, да? Просто один раз потом невозможно умыться. Это нужно два или три раза все смывать конкретно. Настроение день пятницы. Последовательность песен. «Желтое такси», «Синоптики», «Москва», «Владивосток». Ну мы тут еще ждем час, понимаете? Я уже не могу передать, какое у меня состояние. Я уже не человек, я уже зверь какой-то. Осталось чуть-чуть. Зато какая есть, такая есть, все. С хриплым голосом, не выспавшийся. Мы уже потихоньку сходим с ума, так все нормально. Ха-ха. Все, у Насти кукушка отъехала. У меня тоже. Девочки! Юлия Савичева. Я так не хочу, я тебя беру.
Итак, друзья, поздравьте нас. Мы отвыступали. Мы приехали обратно в гостиницу. Но мне еще нужно записать новогоднее поздравление для вас. Я сейчас поем, стану более доброй. Обязательно запишу. Тут красивая елка и часы такие классные. Поэтому вот, ну нельзя не воспользоваться моментом. Влада тут, знаете, что пьет? Белорусское пиво. Первый раз в жизни человек пробует. Сейчас я вам покажу. Пьешь воду с пивом? Нет. Белорусским? Это не мое. Ну как вообще по вкусу белорусское пиво? Лайк. Сейчас же репост. Надеюсь, мы с вами еще увидимся на сольных концертах.